определить массу тела, если у нас есть много правильных и, но весы с неправильным промыслом. То есть представьте себе, что не ровно посередине, как положено у весов, а сбили. То есть точка, в которой, чашечные весы, они же очень просто устроены, это по сути своей металлическая палочка и здесь две чашки весов. Так вот смотрите, представьте, что у нас сбито не посередине, но гири правильные и гири много. Задача, как научиться на таких весах взвешивать. Повторяю, как определить массу тела на несимметричных весах, на весах, у которых коромысло не посередине. Хорошо.